Владимир, слева, слева. Вон. Финансовая система будущего. История такого еще не знала, чтобы на протяжении уже почти 2 лет без единого сбоя система выдавала каждому участнику, делала выплату от 10 до 40% в месяц. Внимание! Позор СМИ, позор властям, вас нагло обманывают. Вся правда об МММ здесь. Подходим, забираем деньги. $20 Дамы и господа! Подходим и забираем деньги. Давай, давай. Вот. Кто-то живет в баллонах. Баллон с гелем выдает. Пригласили его подписать какой-то документ в милицию. Я весь стал. Говорит, якобы там заплатил штраф 1000. Ну да, Марк. Говорит, наверное, не будет попадаться больше. Ну, мне кажется, он сейчас под поле ушел, иначе ему не дадут спокойно жить на работу. Почитайте мое интервью в газете «Собеседник». На сайте наберите интервью актера Владимира Пермякова. Газета «Собеседник», май 2012 года. Там я подробно расскажу. Ну, там, короче, перестроение. Это солидная фирма МММ. Несмотря на то, что у нас нет «Газпромов», нефтепроводов, вот, но мы, тем не менее, делаем глобальные проекты, там, ставим спектакли, фильм снимаем в Голливуде. Это солидно, достойно.